Почти 4 месяца прошло со времен выборов. Выполняют ли депутаты и мэр свои предвыборные обещания? Я думаю, что будет лучше. Я надеюсь, я оптимист. Учитывая цены на газ, на коммунальные услуги, на то, что ЖЭКи так и не выполняют своих обязательств, наверное, еще нет. Но имеем надежду, что все-таки что-то должно измениться в этой стране. У меня нету для анализа информации, поэтому я корректно не могу ответить на ваш вопрос. Наверное. Ничего не меняется. Хлеб дорожает, все дорожает, поэтому ничего не меняется. Я не вижу. В лучшую сторону не вижу. С работой в первую очередь проблемы у людей. Очень много людей без работы. И скрытая безработица, и официальная. Лучшего не будет все равно. Как? Особо же не вникаем, что там они делают. Реформ я особых не вижу. Здравоохранение, например, мне те реформы, что они делают, абсолютно не нравятся. Много было наобещано, но в целом, вроде бы как что-то имитируется, да, вроде делается. Вона ніколи не виконувала, не виконувала, не виконувала, не виконувала, не виконувала, і не виконувала, і не буде виконувати при нинішній ситуації.